Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Поехали! Так, заходим в магазин, и у нас колода. Обязательно мы будем ее открывать и смотреть, что нам там достанется. Кто это такой? Ага, Мондагека. Ну что же, отлично. И у нас задание есть. Откройте колоду, это я сделал, забираем. Так, поднимите уровень персонажа, потом сразиться в боях. Пройти серию испытаний. Вот это мне как раз нужно. Давайте мы, наверное, сделаем это в первую очередь, да? И, конечно же, все это сделаем на автобое. Побежали, родные мои. Давайте разберем этих сосунков. Отлично. Так, север. А, ты вот так решил, да, Лео? Ну что ж, неплохо. Ты знаешь... Упс. Крис, ты стой. Будь молодцом, не падай раньше времени-то, родной мой. Так, и у нас здесь кто? Слушайте, а дайте-ка я сам разберусь. Мне не нравится, как они тут делают. Мы, во-первых, с вами возьмем провокацию Рахзаром. Далее мы с вами... Слушайте, а кого нам убрать надо? Хм, давай крысиного короля попробуем снести. Угу, как бы не так, ничего не вышло. А если вертушечку? Нормуль. Так, теперь кинем бомбочку от зэка. Вот, уже лучше. Так, тихо, не надо кричать. Ай-яй-яй, Раф, почему у тебя не получилось положить ее, а? Вот скажи мне, родной. А ну-ка давай, Крис, пробивным. Нормуль, все отлично. Так, прихлопнем дрона. Отличненько. И вот здесь мы тоже добиваем, нет? Нет, к сожалению, пока не добили, но сейчас все будет у нас хорошо. Кстати, ребята, по поводу того, что вы пишете «составь колоды» от подписчиков, я бы с радостью. Но вы же прекрасно видите, какие у меня персонажи. Слабенькие, не раскачанные. Чтобы вам было наглядно видно, смотрите. А, кстати, да, у нас Макман сегодня прапается. Смотрите, дорогие мои. У меня 75 уровень, это максимальный в данный момент. И то это у Леонардо. Плюс Рафаэль, Зек, Крис, Рахзар и Железная Голова. Это мои фавориты. А посмотрите на остальных. Ну, как же я буду делать, ребята, обзоры ваших колод, ваших карт, если у меня у самого они не прокачаны. И на это уйдет очень много времени, поверьте мне. Так что в ближайшее время пока, ну, никак не получится. Вы уж извините, надо развиваться, качаться. Взламывать я не хочу, ребята, ее, будем честным путем. Если я взломаю, я ее быстро пройду, и она мне быстро надоест. А я не хочу, мне нравится. Так, ну что, давайте мы с вами Макмана, наверное, прокачаем, да? У нас все хватит. 5000 мутагена нужно, поехали. Тадамс, у нас Макман получает 4-ю серебряную звезду, и у него открывается новая способность, называется «Яростное нападение». Макман быстро бьет врага, увеличивает силу атаки на 40% и восстановление 4 хода. Слушайте, ну неплохо, я ему еще даже уровень подниму за это дело. Отлично. Так, давайте-ка заберем реварды. Вот здесь и вот здесь. И пойдем, пожалуй, сразимся в 10 боях. Угу. Бои. Так, у нас что тут с мутагеном? Ага, ребят, я, видимо, не добрал. Надо будет обязательно забрать. Но вначале все-таки будем искать ДНК. И у нас ближайший на повышение это кто? Угу, Карайка. Ну что ж, давайте искать тогда на нее ДНК. Между прочим, вы заметили, что скоро мы с вами получим уровень. Ну-ка посмотрим. Ну да. Почти 3000 опыта наберем. И мы прапаемся до 92 левела. Это будет круто. Так, а здесь у нас, к сожалению, недоступно. Жаль, я бы еще с удовольствием поискал Карайку, но будем тогда искать Паукуса. Раз уж такое дело, тем более можно два раза его искать. Сейчас мы это с вами и сделаем. Пока что-то нам не везет, вы заметили? Ага, вот, одно ДНК выпало нам. Давайте следующее. Ну, блин, ну что, всего лишь одно? Почему так нефартово, а, ребят? Ага, вот, еще одно. Давай, третье и четвертое. Ага, третье ДНК нашлось. И четвертое, дайте, пожалуйста, четвертое, а. Нет, не дают, к сожалению, ладно. Перебьемся, не впервой нам так попадать. Давайте нейтрализатора поищем. Так, у нас, ага, Армагеддон.
Офигеть, эксперт. Да, на эксперте я не был. Когда я там появлюсь, фиг его знает. А хотелось бы повоевать. Вот, если честно, хотелось бы. Ладно, давай вот так вот. И меня вот это, конечно, новость немножко расстроила, что игрой в последний раз занимались 1,5 года назад. Это получается что, разработчики забили на нее? Или как вообще это понимать? Или у них отдых, перерыв, так скажем? Ну что ж, давайте тогда заберем реварды. Здесь, вот здесь и вот здесь. Все, отлично, ребят. Все с вами мы сделали. Обмениваем, естественно, ДНК на сюрики. Кстати, у нас сколько сюрикенов? 3670, да? Давайте-ка зайдем в магазин и посмотрим, куда мы можем их потратить. Ай-яй-яй, ты посмотри, ребят, мне 4000 сюриков, и я бы себе бы взял бы 5 ДНК на тигра. А у меня нету, к сожалению, елки ты палки. Ребят, вот это подстава, а? 590. Ух ты, смотри, мы можем с вами что-то приобрести. Интересно, очень интересно. А что нам можно или что нам нужно, я бы так сказал. Да тихо ты, я еще не выбрал. Носорога, что-то неохота мне, если честно. Или взять? 530 жетонов нужно. Здесь, кстати, тоже 530. Но здесь будет тогда у нас 40. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот это загадочка. Ладно, наверное, пока ничего не буду брать. Придержим, подкопим, потом, может быть, куда-нибудь потратим, ребят. Сейчас как бы и хочется, и жалко, я не знаю. Такое двоякое состояние. Лучше мы с вами пойдем, сходим, так, на турнир. И не забудьте, что... Кстати, вот здесь, ребят, смотрите, я прошел эпизод первый, да, на акулу на нашу. Армагона. Здесь получил только 2 звезды. А здесь вообще, по-моему, не прошел, сплавился. Меня разбомбили. А что вот тут вот? Можно глянуть хотя бы одним глазочком. 90-й уровень. Змейка Вьюна и нейтрализатора. Да мне в жизни их не победить. Не, ну есть только старости. Хорошо. Давайте тогда пройдем вот это с вами испытание. Как видите, я его еще не трогал. Ну, а раз у нас неделька подходит к концу, нам нужно по-быстренькому это пробежать. Поехали. Так. У меня командочка-то здесь. Ого-го, какая. Слушайте, да ко мне фартит. Самые мощные ребята мне доступны для прохождения. Слушайте, так естественно, я включаю автобой, и они сейчас здесь разберутся. Мы знаете, что можем с вами сделать? Кстати, ребята, я вот что хотел спросить вас. Может быть, вот эти бои мне вырезать при монтаже и уже показывать конечные? А? Напишите мне, пожалуйста, в комментах. Если вы скажете, что слишком много вот этой вот всякой ненужной ерунды, мы это будем удалять. Правда, будут видосики по 7-8 минут, но я думаю, что суть от этого можно будет понять. Потому что, ну, сами подумайте, мы сейчас на автобое деремся, да? Они бегут, кстати, у нас уровень сейчас будет уже. Вот, и я думаю, что вряд ли кому-то это интересно смотреть. Почему-то подозреваю я просто-напросто. Так, ну что ж, давайте сделаем также автобой. И... крысеныши эти, а? Мутированные какие-то, безобразные просто. Ну что ж, у нас вторая волна. Здесь тоже без проблем... Ах, здесь грибочки даже. Но 20 уровень, что они нам сделают? Ничегошеньки. Так, разобрали, давай этот гриб. Ой, гриб, это ж крэнк там был. Гриб, какая разница. Ох, смотри, стоят тут деловые. Так, нейтрализатор упал, этот упал. И тля тоже валяется. Все, шик и блеск. Двигаемся дальше. Так, мы с вами зарабатываем здесь. Кого? Ага, Бакстера Стокмана. Отлично. Тут у нас нейтрализатор. Потом идет кто это, Рафаэль, я так понимаю. Ладно, сейчас дойдем мы, наверное, до него. Слушайте, у нас быстрее, наверное, кончится сыр. Хотя могу дойти и до тупика. Посмотрим, сколько мы с вами здесь можем одолеть, осилить. Так, вторая волна. Все пока хорошо, все изи. Так, забомбили, забомбили. Ну... тут даже нечего говорить. Им все это легко дается. Даже вот этих вот сейчас мы разберем
с полтычка. Ага, космос, да, у нас тут Микеланджело, это был Донателло. Так, бронированный таракан тоже получил. Крис, ты бы мог просто-напросто Стокмана долбануть, и все, и никаких проблем не было бы. Нет, он начал что-то пить там. Видно, сушничок у него, да? Ладно, мы здесь тоже с вами прошли и двигаемся дальше. Кстати, есть! Хотел только сказать, ребята, сейчас должен быть уровень. И вот мы с вами зарабатываем 92-й уровень. Превосходно просто-напросто, да? Ох, еще и саблезуба нам дали. Кстати, у нас же... Так... Ребята, секунду, пока я не забыл, а ведь я могу забыть. Так, где у нас магазин? Магазин, предметы. Да, вот что я хотел. Я хотел взять 5 ДНК нашего тигра. Я просто давно хочу его проапать, и все как-то нету возможности. А тут, видите, аж 5 ДНК за 4000 сюриков. Ну, я думаю, каждый меня поймет, зачем я это сделал, зачем я это потратил. Так надо. Ну что же, а мы с вами продолжаем. Продолжаем, идем сюда, в испытание. И да-да-да, именно космические странности. Так, здесь у нас Рафаэль, потом Леонардо, потом Микеланджело, Донателло и в конце в самом Акула, да, значит. Ладушки. Ну, до Акулы мы вряд ли с вами дойдем, конечно, до Армагона я имею в виду. Но кто его знает. Сейчас посмотрим, как у нас здесь сыграют ребята. Хотя, что тут 40 уровень? Для нас это вообще шелуха. Мы, знаете, мы с вами разобьем их так же легко, как этот, как Майки пиццу распечатывает. Вот так вот сравню я. Так, Крис бомбанул. Ага, Рафик тоже бомбанул. Но эти вот, слушайте, ну как же они мне напоминают вот этих вот, как их, чужих. Помните, да? Чужие, они вот приблизительно так же выглядели. Может быть, это какие-то чужие? Ну, это явно не наши, точно я вам говорю. Так. Кия. Ух ты, Джастин, ты смотри-ка. Что ты, Лео, успокойся, пожалуйста. Не надо выделываться. Так, Раф. Ай. Тебе надо было, конечно, Рафик немножко попроще сделать. Просто с вертушки ему накатить и все. Ах, четвертая волна. Погоди-ка, у нас что здесь? Два братца-акробатца будут? Оу, секунду, тут, наверное, мне придется самому рулить. Так, секундочку, потому что они могут здесь немножко тупануть. Так, вырубаем автобой. Я его не могу вырубить. Успел, по-моему, да? Хотя, что я... Ребят, что я запереживал, а, на самом деле? Тут 45 уровень. Фу ты, я совсем забыл. Ну да, тут и автобой бы справился, действительно. А я уже запаниковал. Ладно, 3 звезды, и мы с вами двигаемся дальше. Мы получаем, естественно, ДНК Рафаэля, по-моему, да ведь? Космического. Да, именно Рафаэль Космос нам достается. Вот единственное плохо, что почему-то всегда по одной ДНК. И у нас разыгрывается Леонардо. Леонардо Космос, поехали. Ух, пицца-то у нас, точнее не пицца, а сыромороженого еще целая куча. Нам хватит дойти до предела, это я вам точно говорю. Я включил, ребята, автобой. Я в нем, в принципе, уверен. Ничего страшного здесь не будет. Крис, а вот зачем ты это сделал, а? Родной мой. Зачем? Ну, хотя, в принципе, контрудар это довольно хорошая штука. Так, здесь у нас ничего сложного нету. Единственное, что у нас прибавляется с каждым разом волна. Вначале мы начинали 3, теперь уже 4. То есть нам приходится немножко тяжело, и враг растет по уровню. То есть начинали с 20-го, а теперь уже 50-й. Мы должны с вами дойти как минимум до 65-го уровня. Это я вам точно говорю. А может быть даже до 70-го. То есть нам еще тут бомбить и бомбить этих ребят. Вот что я вам скажу. Так, лишь бы только не оплошать. Играет автобой, повторяю. Я просто сейчас в данный момент наблюдаю и комментирую обстановку. Молодец, Крис, красавчик. Так, бомбит, да? Армагон, вот что это такое? Ой, Донни, как всегда придуряется со своим лучом этим. Сейчас ведь получишь по полной программе. Усиливает команду Рафик. Это хорошо с его стороны. А вот Зек, зачем, не знаю, зачем ты замедляешь? Мог бы просто бомбануть лазером, и отлично было бы все. Есть, да. Просто на одном дыхании прошли. Ой, хорошо-то как. У нас еще лига впереди, не забываем, ребят. Да, серия будет длинная. Так что я надеюсь, вы...
налили себе чайку, взяли мороженого. Представляете, да, чаек и мороженое. Контраст, горячий и холодный. Ну что же, Леонардо Космос нам достается. И мы с вами идем на Микеланджело Космического. Кстати, я бы хотел бы себе получить полностью вот этих вот космических черепашек, полный комплект, и прокачать их, и посмотреть. У них довольно занятные такие суперудары. Так, ну что же, 60 уровень уже у врагов. Это уже тяжело будет с ними справиться. Плюс 4 волны. Да, затянется, затянется. Так, Крис у нас делает что? Ага, защиту. В принципе, неплохо. Блин, Раф, зачем ты взял провокацию на себя? Получается, что Крис просто так потратил свою суперзащиту. Угу. Вау. Неплохо, Рокзарчик, хвалю. Так, Крис пробивает. Вот зачем вы только сейчас тратите свои суперудары? Я не понимаю. Здесь можно было бы и обычными ударами их запинать. Не такие уж они и сильные. А суперудары нам бы пригодились на боссов. Ну, боссами я называю, ребята, это последних противников. Обычно там черепашечки у нас. Так, минус. И вот этого добиваем тоже. Ну что ж, четвертая волна. И смотрим, кто здесь у нас. Ага, Микеланджело, Леонардо и опять же акулка. Йоу, что это такое у нас? Ага, что это? Пиу, неплохо, неплохо, я тебе скажу, браток, но урона-то никакого. Блин, а вот Леонардо космический зажигает, да, со своего бластера этого пуляет, а? Так, тихо, Армагон, пожалуйста, не надо буянить. Акулочка, не на... Ох, ничего себе, он кусанул! Вот это он кусанул, ребята. Так, хорош, блин. Защиту поставили себе, да? Так, Рафик делает усиление. О, молодец, Лео. Славно. Слушайте, ну я не ожидал, что Армагон вот так вот просто покусает моего Рафика, и он практически все здоровье с него снял. Вот это да, это очень жестко. Но за это они все поплатились. Слушайте, следующий бой будет, наверное, очень-очень сложный. И, наверное, последний, скорее всего. Не хотелось бы, конечно, но придется. Что же, Микеланджело Космос нам тоже достается. Кстати, очень-очень-очень, ребята, редко выпадает состав, вот который сейчас в данный момент у меня есть. То есть все хаи. Смотрите, все хаи мне дали. Если бы они дали бы, например, даже вот хотя бы вот этих двух, я бы уже до сюда, наверное, не дошел бы. Ох, ёпарасете, ты посмотри, кто здесь. Здесь два братца 75 уровня. Ого-го. Я буду, наверное, сам играть, ребята. И, скорее всего, мы здесь с вами положим голову на плаху. Йо, 5 волн, да вы издеваетесь, что ли? Ну, не серьезно? Йо, КЛМНшечки, АБВГДшечки. Ладно, я буду стараться. Я неумолим. Ну, сейчас каждый бомбанет. А, не, они промахиваются. Хи-хи-хи. Это хорошо, это не нравится. Минус. Так, успокойся, Крэнк. Блин, Зэк, как всегда, подводит. Давайте поставим, наверное, защиту дополнительную, да? Вот так-то оно будет лучше. И... Ой, Рафик, ты красава. Давайте дальше пробивать. А ну-ка, эть. Рокзар, ну что ты так слабенько вот ударил? Я вот не понимаю, вот это вот... Твой замах такой, знаешь, сильный и такой минимальный урон. Вот, 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 Леонардо включился в игру, наконец-то, родной. Наконец-то. Кстати, у Рафика у нас есть усиление. Можно, кстати, этим воспользоваться. Что вы скажете? Не надо? Хорошо, пока не будем. Ну-ка, Ся, что нам сделать? Вертушку потратить? Как-то вот неохота, если честно. Она нам пригодится. Это только лишь какая? Вторая или третья волна? Давайте поставим себе контратаку. Вот так вот. А у кого она? Блин, только на Криса и попала. Ага, хорошо. Молодец, Крис. Так, давай, вот этого тоже звездани, пожалуйста. Минус. Замечательно. Так, значит, каждый решил сделать массовый удар, да? Ну, за это они... Блин, ну не добили. Хорошо. Рафик добивает. Потом у нас Зэк. Черт, плохо получилось. А вот так вот, тоже не айс.
Хилимся. Обязательно надо подхилиться, потому что здоровья очень мало, вы видели, да? Пробивной. Молодец, Крис. И... Так, этого хламона нам нужно забомбить. У него повышенная атака. Вот так вот. Есть. Но это лишь только третья волна сейчас будет. Блин, стрелозады. Давай-ка начнем вот так вот, пожалуй. Упс. Что такое? Стоит неприкаянный. Не, придется, ребята, мне все-таки вертушку потратить. Придется. О, шик и блеск. Минус и минус. Четвертая волна. Это предпоследняя перед боссом. Ёлки-палки. Что будем делать, ребята? Ну, Армагона в любом случае нужно бить суперударом. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, а он же, по-моему, будет атаковать. Ай, я боюсь, что Рафик у меня сейчас упадет здесь. Ну-ка еще разок пробивным. Ух ты, нифига, Лео, ты шпаришь. Вот это ты красавчик. Да ну, Крис, блин, да завязывай, что... Что такое, что это такое сделал? Ой-ой-ой-ой-ой, что-то мне не нравится это. Я в первый раз вижу, ребят, кстати, вот этот тут удар. А если замедлялочку бросить? Ну-ка попробуем. Есть! Ха-ха-ха! Армагон отдыхает, что ты делаешь, Лео? Да блин! Они сейчас каждый, если своим суперударом воспользуются, все, мы проиграем. Блин, а они так и делают, ты посмотри. Массовыми атаками, да? Нет? Повезло нам. Нам просто повезло. Но зато они усилили. Посмотри, какую атаку они имеют. У-ху-ху-ху-ху. Ну-ка. Эть. Нет, не вышло ни шишарики. Давай. Упал. Отлично. Так, что же нам, кого бы нам пробить? Может быть, Рафика? Или Лео? Или вообще поставить нам доп. Защиту? Эх, Раф упадет, конечно, сейчас. Вот чую я упадет. Короче, я делаю вот так вот. Была не была. Бонзай! Хупс. Нет. Эй. Да ёпарасоте, ребят, ну. Офигеть. Офигеть, меня расписали здесь. Жесть какая-то тут вообще происходит. Ну, поверьте мне, я старался. Я пытался, я старался, но видите, у меня ничего не получилось. Эти космические черепашки настолько круты, что просто меня здесь разорвали в тряпки. Я просто, знаете, как вот маленький ребенок, ничего вообще здесь сделать не смог. Ох, я даже многих ударов-то не видел, вот в первый раз сегодня увидел, поверьте мне. Ладно, мне не получится, наверное, в ближайшее время пройти все 8 эпизодов в именно в космических странностях. Ну, это меня, знаете, как сказать, еще больше раззадоривает. Угу. А давайте-ка мы с вами потратим. У нас есть сыр, и я хочу его потратить. Я не хочу, чтобы он просто так у нас пропал. Да? Давайте здесь вот потратим и посмотрим, кто нам... Ну, какое кольцо крутости? Зачем мне ваше кольцо? Оно мне не нужно. Так, ладно, книжка, фиг с ним. Дайте мне осколков. Осколков дайте мне, пожалуйста. Ну, смотрите-ка, нам выпал Рафаэль Космос. Две ДНК. Можно получить еще, кстати... ДНК, а нет. Выпало 2 доллара. Ну, как видим, кончился сырок. Кончился ведь, да? Хе-хе, а я вот здесь могу. А что я могу? Мне здесь не нужно ничего. Так, секунду. Вот, давайте вот, или погоди. Во, вот здесь вот, разочек. Попробуем фортуну нашу. Ну, 2 ДНК Джастина, тоже неплохо. Фу, ну а теперь я со спокойной душой, ребята, перехожу на Лигу. Да-да, именно на Лигу. Хотя у нас... Ну, у нас еще мутаген есть. Давайте мутаген заберем. По-быренькому, да? Потому что я потом после Лиги могу забыть и распрощаться, и все. И забыть про это дело. А мутаген нам нужен. Это неотъемлемая часть наших... прокачка наших персонажей. Отличненько. Так, сколько это? Это второй бой? Ну, всего лишь 3 боя, ребят, тут осталось. Ну, видите, 600 мутагена. Поехали дальше. Тем более, это бесплатно. Грех не воспользоваться халявкой. Поехали. Ой, Рокзар, ну что ты делаешь? Мог бы всю дорогу снести, ё-моё, а ты провокацию делаешь. Для чего? Все, победили. Едем дальше, ребята. Так, вы, кстати, пишите в комментариях по поводу игры, что бы вы хотели увидеть, может быть, вам что-то рассказать или еще что-то в этом роде. Знаете, чтобы я не чувствовал себя таким одиноким.
таким одиноким, да, в куче таких вот черепашек, по-моему, ты никогда не будешь себя чувствовать одиноким. Может быть, кто-то знает какие-то новости про черепашек и хочет ими поделиться, а почему бы и нет? Я бы лично с удовольствием послушал или почитал бы. А ну-ка. Упс, есть. Шикарненько разбираем. Ну что же, я думаю, у нас последний, ребята, бой. Мы заберем весь мутаген и пойдем уже на арену. Я надеюсь, меня еще не сбросили, и я до сих пор нахожусь на Сёгуне. Правда, там одна звезда. До двух звезд вряд ли я сегодня доберусь. Да и завтра, по-моему, тоже не доберусь, потому что я просплю весь день. Да, ребята, очень сильно устаю. Совсем сбился с графика. Попутал день с ночью. Теперь я ночью сижу, а днем сплю. Так, отличненько. Ну что же, весь мутаген я забрал, и теперь мы с вами идем, да-да, на лигу, на лигу. Не отступать и не сдаваться. В бой. Так, да, ребята, я на лиге сёгунов, у меня одна звезда, поэтому все тип-топ. И смотрим, да, враг силен, но я думаю, что мы немножечко пободаемся, да? 48-й, да? 49-й. Ах, 51-й даже уровень есть. Возьмем тогда с вами Леонардо. Хм. И кого бы нам взять в придачку-то? Давай возьмем мутагеноида, змейка Вьюна, Бибопа. И нам нужен еще один довольно-таки сильный персонаж. Это будет, наверное, Железная голова. Поехали, в бой. Должны справиться. Так, отлично. Вертушка, естественно, ребят, моя любимая вертушка от Леонардо. Упс. Пошинковали довольно неплохо. Не-не-не, не надо ничего делать. А, ну ты в железную голову. Ладно, хорошо, это я прощаю тебе. Уроним? Лео отдыхает. И бомбим массовой атакой. Да, отлично. Слушайте, ну если бы Карайка плюнула, например, в мутагеноида, он бы рассыпался, поверьте мне. Ну что же, а мы с вами двигаемся дальше. Ух ты, 56-я позиция. Кстати, возможно, мы доберемся с вами до Сёгуна двух звезд. Это будет великолепно, если у нас так получится. Так, ну что же, ребята, давайте возьмем... Я вот этих вот возьму. Мне не нравится. Давайте Лео нашего откатим. А кого нам взять? Возьму-ка я Сплинтера. Возьму-ка Микеланджело, Тигра и Эйприл. Вот так я хочу. Не знаю почему, что меня сподвигло именно такую команду собрать. Ну, знаете, потому что вот... Ага, вот он. Слушай, у нас почти... Нет, не одинаково. Ничего подобного, абсолютно все разное. У нас не плагиат. Тыч! Кто упал? Кто упал, тот пропал. Тихо, тихо, не надо буянить, родные. А если я так же сделаю? Ну? Эй, а нет, нормуль, нормуль. Майки, я думал, ты меня посрамить хотел, но у тебя все отлично получилось. Хе-хе-хе, ну, Роквелл, успокойся. Какой же ты профессор, если ты допускаешь такие ошибки нелепые. Вот и все, видите? И... Сплинтер, ты меня расстраиваешь? Учитель Сплинтер, ты должен быть примером, показательным. Ты должен быть сильным, а ты промахиваешься. Ну, это недопустимо. Причем на тебя смотрели твои же черепашки. Да, немножко посрамил ты, конечно, их. Ну, и куда мы с вами перемещаемся? Это у нас 27-я позиция. Слушайте, меня радует. Мы с вами довольно хорошо продвигаемся. Так, а кого же мне здесь выбрать? Прям вот руки чешутся взять вот эту команду. Но я знаю, что я не потяну их. Поэтому я выбираю вот этих вот. Так вот. На авоську, ребята. Просто вот кликнул и забрал. Здесь у меня нужен паукус. Я беру здесь Карайку. Так, Бакстера Муху. И неужели Шреддера придется брать? Ладно, я возьму Шреддера. Хорошо. Я не буду брать 30-х уровней, потому что я немножко обеспокоен тем, что они могут упасть. Тем более здесь есть у нас Стокман, который либо ракетки выпустит, либо еще что-нибудь в этом роде. Или же ничего не выпустит. Сейчас посмотрим, как у нас пройдет удар. Удар прошел просто великолепно. И Карачка, не подведи, красавица. Подвела. Подвела на меня. Ладно, давай, Эйприл. Ага, упала.
Слушай, мы нейтрализатора вряд ли мы с вами пробьем, а вот Бибопа постараться можно. Ну-ка, рискну. Ой, блин. Никуда. А ну-ка, если массовым. Массовый от Шреддера. Ну, тут хоть что-то, ребят, хоть какой-то сдвиг, поэтому Лео добивает. Да, отлично получилось. Немножко я пожанулся, но, видимо, зря. Зря засомневался, как говорится. Ну, вы знаете, доля сомнения должна быть всегда в душе, потому что мы же не бессмертные, так ведь? Так. И есть какие-то сомнения у нас? Ну что же, давайте тогда мы пойдем вот этим путем. Кто это у нас? Спенсер. Ну что ж, давайте Спенсера попробуем уложить на лопатки. Так, и... Слушайте, у меня бойцов-то мало стало. Возьмем, наверное, Бакстера, возьмем нейтрализатора. Так, возьмем Карайку. Черт подери, и приплыли, да? Хорошо, и возьмем тогда... Нет, возьмем вот этого, Макмана. Боюсь, конечно, что он у меня упадет сейчас. Вот, честно вам говорю. Ну, инициатива у кого? Блин, у них первая, да? У них первая инициатива, поэтому они первые начали ходить. И смотрите, что у них там, ребята. У них у ворот, у всех. Я, конечно, попробую с вертушки. Но, надеюсь, промахов будет мало. Практически вообще не было промахов. Ну, Карай, не подведи меня, красавица. Вся надежда на тебя. Ай, красава. Ай, молодца-то какая она, а? Похвально, похвально. Не ожидал. Так, теперь главное, чтобы Макмана не атаковали. Фух. А ну-ка, давай-ка. Пальни-ка разочек. Пальнул. Да бесполезно. А если волной? Да ну, ребят, это что такое? Это как? Ну-ка, дай-ка Карайку я попробую атаковать. Блин, мимо? Ой-ой-ой. Слушай, мне не нравится вот это все. Кого атаковать быстрее надо? Я даже не знаю. Слушай, я, наверное, буду Карайку уничтожать. Она может сюриками бомбануть. Массовая атака. Она нам... Кого? Кого атакует? Ух, повезло. Прям отлегло аж. Да, Доник упал здесь и... Ну-ка. Ага. Мы ему ослабили атаку. Добьешь? Хе-е. Слушайте, ребят, я удивляюсь, что никто не стал атаковать Макмана. Если бы хоть кто-то на него косо взглянул бы, он бы уже упал от страха. Но почему-то начали именно других бомбить. Это только плюс нам. Ну и мы с вами попадаем на 10-е место. А это означает, что нам нужно провести всего лишь один бой. И мы его проведем. И проведем мы, пожалуй, вот с этой командой. Это у нас Наталья. Ну что ж, Наташенька, ничего личного. Я просто с тобой немножко подерусь. Погоди-ка, зачем мы так делаем? А у нас выбор есть? У нас есть или нету? Слушайте, ребят, давайте вложимся в последний удар. Как говорится, как следует. Я просто думал, что, знаете, возьму Лео, возьму сейчас Зека и возьму малышей. А потом подумал, а смысл-то от этого какой? Чтобы потом взять Рафа, Рокзара. Нет, тут слишком сильный уже игрок идет. Давайте достойно ответим. Перейдем в лигу двухзвездочную. Ну и, наверное, будем закругляться. Поехали. Так. Ну, бомбочку, естественно, для начала. Вот так. Теперь что? Ну, давай вот так вот. Да ладно. А если я... А если я вот так сделаю? Что вы на это скажете? Боюсь, уже никто ничего не скажет, потому что, ребята, они потерпели фиаско. Да? А мы с вами на высоте. Так что замечательно. Все великолепно. Только хочется посмотреть лично, как мы с вами попадаем в Сёгуны. Две звезды. Поехали. Да. Да. И, ну, конечно, 98-я позиция меня не очень устраивает, потому что буквально завтра я зайду. Главное не проспать. Вот, и я уже, наверное, буду где-то на 60-м месте в Сёгуне одной звезды. Ну, я постараюсь обратно сюда забраться. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду завершать этот видосик. Надеюсь, вам понравилось. И всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых встреч.